Сумасшедший день перед полетом, точнее, лечу-то я завтра, но все закрывается сегодня. И как бы об этом я не знала вплоть до вчерашнего вечера. Так что сейчас я бегала снять деньги, поменять деньги, потому что почта не работает, которая у нас, мне надо было ехать в город более там, где все работает сегодня. Сейчас иду в супермаркет покупать всякие хумусы, висли всем. И все, и пойду спать, потому что с 7:30 утра я на ногах. 6:30 вечера, и я реально уже засыпаю. А завтра в это же время я уже буду находиться в аэропорту. А, и забыла сказать, завтра еще придется сложить весь чемодан, потому что до сих пор я этим не занималась. Утренненькое утречко, ставлю вас вот сюда, потому что я буду мыть посуду. И сегодня я улетаю, так что на самом деле все мне говорят, вот ты, наверное, нервничаешь, вот у тебя, наверное, такое внутреннее переживание, что классно, но у меня его уже нет. То есть как уже, наверное, у меня нет его с 11 класса, то есть я просто лечу домой, в смысле, что, ну вот, наконец-то я лечу домой, увижу родителей. Но у меня нет такого, типа, о боже, о боже, о боже. Типа, у меня уже такого давным-давно нет. И сейчас я мою посуду. И вот, если раньше собирала чемодан за неделю, то сейчас я собираю чемодан сегодня. И сегодня у меня вылет ночью. Так что сейчас буду мыть посуду, пить кофе, и там днем когда-нибудь сложу чемодан. Все, буду мыть посудку. Жизнь и еврейское счастье. Нам перенесли полет на 24 часа, и улетаю я завтра, не сегодня. Я ношусь сейчас с двумя чемоданами, и меня сейчас заберут домой. Ну просто, ладно я, а прикиньте, люди, которые здесь в отелях, и которые, у них нет здесь дома, и им сейчас тут тусоваться 24 часа в аэропорту. Короче, скажешь, это жесть, ничего не сказать, и у меня куча планов было на завтра. Мне уже мама отменяет маникюрщицу, потому что ужасно неприятно перед ней, что мы сейчас должны отменить все, перенести на субботу, вообще не факт, что она сможет. Короче, в субботу я, походу, вообще не буду спать, мне надо куча дел сделать, просто миллиард. И плюс мы летим в шаббат, то есть религиозные люди даже не могут лететь завтра. Короче, Украина, ты пипец, я просто даже не удивлена на самом деле. Но есть 15 минут, и я хочу ужасно кушать, ужасно. Так что пойду сейчас в автомат и куплю себе поесть что-нибудь. Вывод? Никогда не берите билеты на пятницу 13-е. Потому что вы окажетесь в такой здесь... Потому что вы окажетесь в такой же ситуации, как и я. На самом деле, мой счастливый, несчастный день всегда был четверг 12-е. И пятница 13-е мне всегда было, в принципе, нормально. Мы оставили свет включенным. И уехали. Класс. Так что, и как раз регистрация была четверг 12-е. Сегодня расфуфыренная. Ну как расфуфыренная? Я просто привела свою кожу чуть в порядок, выпрямила волосы. Завтра я поеду с хвостиком. Ну в той же одежде, конечно. Потому что я не хочу переодеваться, мне так комфортно. С хвостиком. Самое, что ни на есть натуральное. Все, короче, возвращаясь домой, мои приключения на сегодня до аэропорта и обратно закончились. А выгляжу я хорошо. Именно сегодня. Бабушка больше всех, наверное, расстроилась, потому что она там готовки устраивала. Завтра все должны были прийти к нам на ужин. И вот как сложилось. Я снова вернулась в свой дом в Израиль.
Ну, все, что не делается, все к лучшему, я реально в такое верю, и я верю, что все, что все это не случайно. И все, все не случайно, все к лучшему. Так что мы не грустим и заезжаем домой покушать. Хочу покушать, а завтра я поем шаурму днем. Вот такие планы. А еще я пообещала записать на сайт армейский. Короче, меня попросили записать на один сайт, армейский песню, как я пою на иврите. И чтобы я была на форме совсем. И я как бы это сделала и забыла. Есть тут такая эмблема, где ты служишь. Я ее забыла, короче, нацепить. Итог. Они не могут опубликовать это без того, что я запишу это с этой фигней. И мне просто было то ли лень, то не было времени, либо выглядело как-то не так, короче. И, наверное, я вернулась. Завтра у меня целый день свободный, без планов. Точнее, было много планов, но они все в Украине. И поэтому я... Энджел, мне неприятно так. И поэтому я запишу завтра это видео. И я хочу раздеться, потому что мне пипец как жарко, а в Украине пипец как холодно. И поэтому мне сказали одеваться тепло. И я оделась тепло, и теперь, блин, я в 27 градусах в жаре. Жарко мне, короче, жарко. Объясните мне, какого хрена я иду гулять с собакой в 3:30 утра? Знаете, какое говняное чувство, когда ты должна быть дома через... Должна была быть дома через 1,5 часа в Украине. А ты выходишь гулять с собакой до сих пор в Израиле. Спасибо большое, Мау. Прекрасная авиакомпания. Что, так тяжело было прислать самолет и не забыть о нем? Сижу, снова смотрю в сплетницу и снова считаю часы, как вчера. Все в те же места. Те же очередя огромные. Миллиард людей. Суббота. Все, последнее прохожу и уже в аэропорт, то есть внутри. Быстрой проверки, которая проходила когда-либо. Все, это последнее. Можно считать, что ты переходишь границу. И в чем прикол? Ура! И все. И мы выезжаем в настоящий аэропорт. И тут есть такие, типа, что кому лень идти, но мне не лень идти, поэтому я иду здесь. Самый счастливый человек, потому что все это прошло уже. И мне на израильский паспорт, мой чемодан сам едет, на израильский паспорт у меня нет обложки. И я хочу сейчас пойти купить обложку, потому что, ну, надо. Ой, может, тут я где-то? Тут, короче, куча фоток. Ну, нет вероятности, что тут где-то буду я, конечно же. Короче, я хочу купить сейчас обложку на паспорт, но я думаю, что в аэропорту это, наверное, в 1000 раз дороже, чем купить в обычном магазине. Ну, посмотрим. У меня есть 1,5 часа до посадки и 2,5 до вылета. Никогда не прилежаю так рано, но в этот раз из-за того, что я солдатка, из-за того, что куча разрешений, знаете, короче, решила, приеду пораньше. Итог. Меня сейчас только что тетя сфоткала. Короче, все прошло быстро, и все. А сейчас меня, короче, мама спрашивает просто, кто меня сфоткал. Фотка в Инстаграм сейчас выложу. Не знаю, почему мои друзья фоткают хуже, чем люди с аэропорта. Короче, я просто вот такая говорю, вы знаете, иврит? Она такая, нет. Я такая на английском, можете, пожалуйста, меня сфоткать? Короче, так она меня сфоткала, и я счастливая с фотографией с аэропорта, когда у меня... Я всегда, не знаю, как-то с тех пор, как я начала снимать видео, мне как-то стало пофиг на общественное мнение. В принципе, я перестала так сильно стесняться, так что у меня нет проблем попросить кого-то меня сфоткать. Все, иду искать сейчас чехол на паспорт. Идешь такая под музычку и думаешь, что ты в клипе. И так идут вас куча магазинов, знаете, надо как... такие, типа, покупки, и такая, короче, классно прыгаешь. Когда говорят, что рай на земле не существует, они должны видеть это. Просто огромная лавка Мондес. И, блин, мне так есть хочется. Мне вот это всякое дерьмо покупать за кучу денег. $17. В принципе, норм. Ну, нет, не буду. Чтобы вы понимали, вот это стоило мне 52 шекера. Но могу себе позволить. Сижу, жду. И буду есть, потому что ужасно.
Короче, я не знаю, я такая счастливая, меня пропустили везде и без проблем. И тут куча русских бабушек и дедушек, и я тут помогаю всем перевезти все. Приехал уже красавчик. И мы ждем посадки. Вот это моя красивая страна. Класс, именно когда я начала записывать видео, выключили свет. До этого полтора часа его не выключали. Мне эта песня попадается каждый год. Ну, я не знаю, меня заблокируют на YouTube это видео или нет из-за нее, но каждый божий год она мне попадается. И сейчас мы с мамой поговорим со мной. Мы сейчас с мамой едем мне за новым телефоном, и этот я передаю по наследству старшего века. Старшего века, старшего поколения. Короче, все, едем сейчас, и будем тоже сегодня волосы мне красить. Да, мам? Короче, я очень люблю эту песню, и вот каждый год мы играем с мамой такое, есть такие гадания, типа мы говорим, следующая песня моя, и по смыслу мы такие понимаем, что у тебя будет. И вот у меня это каждый год. Меня тут, наверное, кто-то любит очень сильно в Украине, что хочет, чтобы я осталась здесь, но не признается. Я тебя очень сильно. От тебя мне детей не будет. Все, короче, едем дальше. Снимаю на новый телефон! Ура! Короче, все, у меня уже тут пакетик от Apple. Самое главное, это пакетик и их наклейки дурацкие, которые сразу выкидывают. Мама уже прикололась с портретной съемки. Да, мам? И у меня классные прыщи на щеке. Все, мы едем домой, потому что ужасно хотим спать. Выпили кучу кофе. Куча кофе. Сейчас хочу вам покажу стакан. Вот это средний кофе в Украине. У нас это маленькие. Короче, куча кофе. Все, едем домой, надо готовить. Сегодня придут родственнички, все будут фоткаться с моим новым телефоном, а не со мной. Все, едем домой. Итак, мы сейчас что мы делаем? Красим волосы! Да, сейчас... Сколько время? Время. 8:45 уже вечера, и мне вот сейчас красить волосы, и бабулечка тут... Бабушке больше не будем давать мыть все самой. Бабушка, с сегодняшнего дня ты больше не будешь мыть. Просто я сейчас крашу синему. Все, я становлюсь лысой, поэтому я ненавижу, когда снимаю влог, когда я лысая. Это мой любимый брат. Ну, все уже его знают. Все, да. Увидимся, когда... Скоро будет влог со мной! Когда будут изменения или не будет их, но, надеюсь, будут. Сейчас мы едем у Егора на награждение. Он был... Два дня подряд он был на соревнованиях. Короче, все. И вот такой у меня лук. Обычные джинсы, черный вольф. Красавчик Егорушка. И мы едем. Он попросил заснять, как его будут награждать. Какое ты место получил? Первое, второе. Молодец, давай опять. А все, тут и Макарушка, и все сидят. Ну, рассказывай, ты хотел что-то сказать. Я не знаю, ты сказал снимать влог, я вот снимаю. Я была на соревнованиях. На награждение. Ой, на награждение. Это мы уже сказали. А что еще ты хочешь сказать? Наконец-то с сестрой. Да, наконец-то с сестрой. И тут Аня. И Стас. Мы тетя с дядей, но так нельзя говорить. Нельзя. Она сестра моя тоже. Короче, ну все. Снимем уже там. Угу. Пока! Егор учит меня снимать видеовлог. Он мне говорит, ну давай, открывай. Говори, что мы приехали. Мы приехали. Ты должен быть повыше, потому что мне очень неудобно так снимать. Короче, и мы приехали, и тут очень красивая осень сзади. И я специально приехала в это время года, потому что я хотела посмотреть на опавшие желтые листья. И когда мы ехали с аэропорта, их не было, и я была расстроена. И Егор сказал, что тут есть девочка, которая моя подписчица. Да? Да. Привет, Влада. Вот так вот проходит. Вот, здесь. И на ногах, да?
дальше, дальше, двигайся, я. И стоим тут, и у меня появились новые друзья. Ну, скажите что-то, вы можете разговаривать. Привет. 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 Расскажите, какие вы места получили. Я 2-3. Я первое, второе. Первое. Второе, второе. Чемпионы. Я еще никакие места не получил. Я тоже. Я получила первое по нахождению друзей. Да, да? Супер. Девочки, и мы приехали сейчас смотреть, как девочки будут лупиться. Ну, не эти девочки, ну, Егор, а вот эти девочки, взрослые. Вить, Вить, брат! Вить, все! Вить, все! Вить, Вить! Ну, не делай сейчас назад! Синим просто девочка машина. Смелым боковым. Хорошо, Вить, не отпускай! Радостный. Егор, Егор! Стой! Мой первое место, брат мой! Едем покупать мне курточку, потому что что-то холодно. И Борато занимается спортом. Я Катя, и Катя рыжая. Их она демонстрирует в клипе на хит «Танцю». И я, и Катя рыжая. Катя, смотри себя на ютубе. На ютубе смотри. Мы всем двором едем на тренировку, и все решили покурить в машине, потому что у нас пробки просто нереальные. Короче, и так примерно еще 10 тысяч километров. И все, и мне было жарко, я уже разделась спасибо. Полностью. Я жарю по очереди надо. В школе я уже не учусь 5 лет. И все равно хожу сюда, чтобы поздороваться со всеми своими бывшими учителями и мой братец. На самом деле пообещала им, что я приду намного раньше, чем сейчас. То есть минут на 10. И я боюсь, что у них уже урок начинается. Мне теперь придется оправдывать их всех перед учителями. Ну, всю Егорова команду по тэквондо. Бегу просто как не знаю кто. Боже, сколько родителей. Лежу на диване, редактирую этот влог, поняла, что он вышел очень длинным, очень большим. Очень много вещей, которые я рассказываю. И, как обычно, нет концовки. Так что всех вас люблю, целую, обнимаю. Будьте со мной. Скоро буду еще больше видео. Хочу каждую неделю в Днепре отсылать новое видео. И плюс я еду во Львов уже в субботу. И оттуда тоже будет крутой влог с моего дня рождения. Всем пока-пока. Люблю вас.